Музейный комплекс «Северская домна» на Северском трубном заводе работает с 2009 года. За это время в современном промышленном музее побывали более 80 тысяч посетителей, проведено почти 3000 экскурсий, 127 мероприятий, организовано 64 выставки. В дар от полевчан принято около 7 тысяч экспонатов. Комплекс занимает территорию более 8 тысяч квадратных метров. В здании бывшей кричной фабрики, построенной в 1842 году, расположен экспозиционный зал музея. И сегодня хранители этого богатого наследия вот здесь, в одной из комнат музейного комплекса, принимают гостей, от них поздравления и подарки. Обращаясь к коллективу, директор по управлению персоналом Алексей Рябухин сказал, что этот юбилейный день, 23 января, для специалистов комплекса удивительный, а для всех остальных неожиданный. Так быстро пролетело 10 лет. На протяжении всех этих 10 лет, год за годом, вы создавали историю музея, были знаковые и значимые события, да еще и несколько в году. Поэтому мы от всего сердца хотим пожелать и дальше гордиться своей выбранной профессией, чтобы вы могли рассказать это своим детям, рассказать это своим супругам о том, что ваша профессия на сегодняшний день является не только неотъемлемой частью нашего предприятия, но еще и нужной, важной и перспективной. И не только цветы в этот день. Это сертификат на посещение галереи современного искусства. Здесь написано, что он состоится 2 февраля в 12 часов дня. Вас будут ожидать запланированная экскурсия полуторачасовая. А еще грамота главы Полевского городского округа для Любови Худяковой за реализацию проектов, направленных на популяризацию и сохранение культурного наследия Полевского городского округа. Почетная грамота администрации профсоюзный комитет публичного акционерного общества «Северский трубный завод» награждают Гаврикову Татьяну Викторовну за добросовестный труд в связи с десятилетием музейного комплекса «Северская домна». Всего вам хорошего. Администрация и профсоюзный комитет Северского трубного завода за добросовестный труд и в связи с десятилетним юбилеем Домны наградили грамотой Светлану Топорову. Председатель правкома завода Надежда Вахрушева напомнила о том факте, что это только современный комплекс отмечает нынче свое десятилетие, а музею при заводе в следующем году будет 50. Мне кажется, вот эти 10 лет, это они прошли очень интересно, и я искренне вас благодарю за эту работу, потому что вы стали всем интересны, вас любят заводчане, вы креативите, и это очень здорово. И еще грамоты тем сотрудникам, кто трепетно относится к истории градообразующего предприятия, экскурсоводу Елене Липской и плотнику Виктору Чупилко. Спасибо вам огромное за проявленное к нам внимание. Мы всегда очень ценим поддержку всех подразделений завода, и особенно руководства завода и профсоюзного комитета в нашей работе. Коллектив у нас маленький, да удаленький, но все же без этой большой поддержки нам было бы очень сложно работать. Поэтому я думаю, что и в будущем, в дальнейшем будем еще плодотворнее сотрудничать и реализовывать новые, самые лучшие проекты. И так уж получилось, что объект культурного наследия республиканского значения промышленный комплекс «Северская домна» отмечает свое десятилетие в год 280-летнего юбилея Северского трубного завода. Так что это празднование тоже будет вписано в копилку исторических фактов и дат современного музея. Ольга Фролова, Константин Миронов, новости «Твой день».